фальсификация. То есть здесь на нескольких листах спецификация. Да, в данном варианте у нас получается опросные листы. Это является принципиальные схемы. Есть вариант, когда надо расписывать щиты. Щиты, то есть там вводной автомат, отходящие автоматы. Это тоже можно сделать автоматически. Будет выдаваться. Сейчас я проверю. У нас здесь такой необходимости не было. Но, может быть, где-то осталась такая спецификация. Выдается щит, какие группы, какие автоматы стоят. Вводное, трехполюсные и отходящие. То есть все это количество вот у нас идет тоже автоматически. Это можно прикладывать отдельно к спецификации. И будет как спецификация распределительных щитов стандартного образца. Ну, вроде бы все разделы прошлись. Прошлись силовое, освещение, трассы прошлись. Ну, трассы здесь мы использовали опять надстройку Остек с ее базой данных. Она точно так же позволяет специфицировать лотки, крепления, соединительные детали, ну, молниезащиту, изменения, вроде бы все, схемы тоже. Вот, в принципе, так вот выглядит законченный проект в Revit.